Здравствуй, мой юный художник. Сегодня мы с тобой нарисуем необычную картину. Белой, синей и красной гуашью поставь точки по всему листу. Размазываем краску круговыми движениями и в углы добавляем немного синего цвета, делая их более темным. А теперь нарисуем луну. Далее снизу рисунка рисуем небольшую горку белым цветом. Луне рисуем шапочку красного цвета. Тонкой кистью нарисуем снеговика. Добавим немного темно-синих бликов на правую сторону снеговика. Это придаст объем нашему рисунку. На луну также добавим черного цвета, совсем немного. Белой гуашью сделаем опушку на шапочке у луны. Не переживай, если он у тебя окрасится в розовый цвет. Мы дадим ему немножко подсохнуть, а потом опять прорисуем шапочку белым цветом. Рисуем елочки зеленым цветом. Добавим тени с правой стороны елок синей гуашью. С левой стороны добавим света, так как от луны падает свет и освещает левую часть елок. Оранжевой краской рисуем нос нашему снеговичку. Не забудь нарисовать глаз. Также мы прорисуем веточку руку снеговику. Белым цветом с левой стороны мы подсвечиваем снеговика, его высветляя от цвета луны. Синим цветом рисуем тень от снеговика. Белым цветом пройдемся по шапочке нашей луны, сделаем ее более светлой. Снизу рисунка также добавим света. Посмотри, как я делаю это на видео. Кистью, щетинкой и белой краской сделаем набрызг. Так рисунок будет выглядеть более ярким. У тебя красиво получилось. Ты большой молодец.